Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло. Пробудиться, будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магма жжет. Взрыв энергии не померкнет на пути. Солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем, имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Спасательная операция. В предыдущей серии Раф и его сообщники устроили ловушку для ребят. Они сумели проследить за Джентой до пещеры, где хранился энергетический диск Айсбера. Произошло сражение. Мане почти удалось захватить скричеров. Санблейз так сумела исцелить Арла от темного влияния Абадона. Семья воссоединилась. Ого! Ничего себе! Теперь Джента выглядит по-современному! Я знал, он прирожденный скричер-гонщик. Много одежды, неудобно. Да, этот наряд идет тебе куда больше, чем предыдущий. Что? Это разговорник? Наверное, это подарок Джансона. Джента ведь пока не очень хорошо говорит. Вот Джансон и решил помочь. Вот, узрите мое новое творение. Ого, пахнет вкусно. Ринго, ты ведь помнишь, сегодня твоя очередь мыть посуду. Что? Ну нет. Если тебе так не хочется, у меня есть одна идея. Одноразовая посуда. Ну да, у нас ее целый ящик. Яши, лучше не пользоваться одноразовой посудой без нужды. Да? Я думала, теперь ее делают безопасной для природы. Некоторые виды одноразовой посуды, например, из вспененного пластика, долго разлагаются и наносят очень большой вред почве. Кроме того, одноразовые палочки для еды делают из древесины. Представляете, сколько деревьев вырубают? Что? Получается, нет полностью экологичной одноразовой посуды? Не совсем. Например, одноразовые контейнеры из кукурузного крахмала годятся для переработки. Поэтому, по возможности, стоит избегать одноразовой посуды, а вместо этого пользоваться обычной. Да, я поняла. Никакой одноразовой посуды. Круто! Доктор Холмс, ты про все на свете знаешь. Ну я же гений. Поступают данные о новом скричере. Это атомная станция города Майни, известного богатыми ядерными ресурсами. Похоже, был обвал. Нет никаких сомнений, там мы найдем нашего друга. Отлично, летим скорее туда. Ланда, давай скорее уйдем. Нам запрещено здесь находиться. Дядя Люк и остальные шахтеры постоянно под землей. Вдруг будет еще обвал. Зачем нужно так рисковать? Как сильно тут все изменилось за последние несколько дней. Я должна во всем разобраться.
Что это за роботы? А это еще кто? Не видела их здесь раньше. Теперь наши запасы энергии быстро восстановятся. Нам нужно было просто увеличить скорость добычи. Глаз с них не спускай, чтобы не отлынивали. Они идут сюда! Прячься! Ланда, замри, они подходят. О, нет. А? Так, кто тут у нас? В странном месте ты гуляешь, девочка. Это рядом с шахтой города Майни. Вот бы найти этого Скричера побыстрее. Кстати, как вы думаете, какой Скричер это будет? Есть один Скричер, связанный с ядерной энергией. Это Лотус Пэррот. А? Ядерная энергия? Ого, она очень мощная. Ты прав, Ринго. Скорее бы нам познакомиться. А? Я снова получаю сигнал. И такой сильный. Должно быть, Лотус Пэррот попала в беду. Поторопимся, чего же мы ждем? Смотрите, сигнал исчез. Сейчас узнаем. В результате добычи полезных ископаемых без соблюдения соответствующих норм в горных породах образуются огромные полости, что может привести к обвалам. Кроме того, в урановых шахтах существует риск радиационного облучения. Нам точно нужно туда? Я не чувствую энергетических колебаний. Похоже, Лотус Пэррот здесь нет. Может и так, но здесь явно что-то неладное. Да? О чем ты, Ксандр? После обвала добычу должны были немедленно приостановить. Но почему-то люди продолжают работать. И не похоже, что они делают это добровольно. Они напуганы. Раз так, почему бы нам не расспросить их, пока мы занимаемся поисками Скричера? Что? Это же теневые гиганты Абадона. Я так и знал. Скричер трансформации! Поворот трансформации! Лайтнинг Рейно! Похоже, это место под контролем Абадона. Придется спуститься в шахту. Не теряйте бдительности. Будьте осторожны. Лотус Пэррот, прости. Прости меня. Кто вы? Не бойся, мы не причиним вреда. Угу, мы вместе тебя защитим. А эти роботы? Сломали, мы не дадим тебя в обиду. Маленькая, скажи, как тебя зовут? Я Ланда. Лотус Пэррот, ее забрали плохие люди. Пожалуйста, помогите! Верните ее! Не волнуйся, Ланда. Ты видела, куда они пошли? Туда! Они пошли!
пошли наверх! Похоже, они позвали подмогу. С этими я разберусь. У меня с ними свои счеты. Арла, я с тобой. Я еще подумаю, чем смогу помочь. Будьте осторожны. Вперед! Надо же, не думала, что нам так повезет. На этот раз нас точно наградят. Лорд Абадон будет доволен, когда увидит, что мы принесли. Отпустите меня! Я всего лишь маленькая и слабая машинка. Меня не обмануть. Можешь даже не пытаться. Ты ядерный скричер. Слушай, давай ты будешь вести себя хорошо. Ай, мои глаза! Болван, за ней! Это... Латус Перрот! Ланда! Как это трогательно! У меня сейчас тушь потечет. Раз уж вам не хочется расставаться, заберем вас обеих. Еще чего? Опять эти вредные детишки. Ксандр, покажем их! Злодеи! Я буду сражаться! Скричер-трансформация! Урод-трансформация! Lightning Eagle! Earthquake Eagle! Overworld Transformация! Hellfire Tiger! Hellfire Line! Overworld Transformация! Ice Bear! Давай отойдем подальше. Все вместе! В атаку! Веном Лизард! Девауринг Пантер, назад! Так, отходим потихоньку. Вам не сбежать! Wild Fireline, осторожней! Это западня! Откуда взялось столько теневых гигантов? Ну, это наша территория. Можем позвать еще, только скажите, мне не жалко. Ха, больше злых машин, сложнее промахнуться. Вперед, Айспер! Боевое построение, стена зла! Плохо, им так просто не выбраться. Хватит мельтешить! Ну-ка расступитесь, негодяи! Wildfire Line, послушай меня! В чем дело? Так нам не пробиться! Ищи слабое место! Слабое место? Хм, какая глупость! Пока теневые гиганты пользуются этой тактикой, победить их нет никаких шансов! Ксандр, есть идеи! Airstrike Eagle, Lightning Eagle, атакуйте сверху! Понял! Размечтался. Вот так! Покончите с ними! Айспер! Защищать всех! Ледяная стена! Надеетесь, этот прием вас спасет? Разнесите эту стену! Их
слишком много. Айсберг, еще раз! Понял! Ланда, оставайся здесь. Я должен им помочь. Вперед! Кричер, трансформация! Кувырок, трансформация! Эрсквейк, Лобаут! Куда это ты собрался? Тебе меня не остановить! Мы должны действовать сообща! Но как? Простите, друзья! Это по моей вине мы все угодили в эту ловушку! О чем ты говоришь? Мы ведь одна команда! Верно. Поэтому будем действовать сообща. Осталось только придумать план. План? Wildfire Line! Используй суперудар! Давай! Wildfire Line! Обжигающее пламя! Вот так, Wildfire Line! Покажи им! Earthquake Moment! Похоже, что сегодня, наконец, победа будет за нами! Ну что, уже готовы просить пощады? Джансон, Эрсквейк Мамонт! Мы должны им помочь, Лотус Пэрот! Да! Кричер, трансформация! Кувырок, трансформация! Лотус Пэрот! Ланда? Даже интересно, на что способен ядерный скричер. И это все? Я ожидала намного большего. Сзади! Лотус Пэрот! Прости, от меня действительно никакого толку. Это все? Я виновата. Я никого не могу защитить. Девочка, отдай мне этого скричера, и тогда я тебя не трону. О нет, Манни сейчас заберет Лотус Пэрот. Думай, голова, думай! Профессор, смотрите! А? А, точно, это же элементарно! С помощью скричер-кара Лотус Пэрот сможет стать гораздо сильнее и пробиться сквозь строй теневых гигантов. Вперед, скричер-кар! Ланда, пусть Лотус Пэрот превратится в машину, а затем объединится со скричер-каром! Поняла. Значит так? Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому! Удачи тебе! Лотус Пэрот, объединение! Скричер-трансформация! Вихрь лепестков лотоса! Что? Какая невероятная мощь! Чего встали? Взять ее! Не может быть! Они победили гигантов! Придется отступить. С девчонкой разберемся в следующий раз. Босс, подожди нас! Молодец, Ланда. С вами все хорошо? Да, спасибо. Но эти двое опять сбежали. Лотус Пэрот! Лотус Пэрот потратила весь свой запас энергии. Сейчас она спит. Потерпи, она отдохнет и придет в себя. Осталась последняя маленькая формальность. Ланда, скажи, ты хочешь пойти с нами? С вами? Простите, мы задержались. Теперь мы сможем играть вместе. Хочешь, поиграем вместе? Да.
Что я слышу? Вы снова не оправдали моих ожиданий. Это все ядерный скричер. Молчать! Она... Одни оправдания и никаких результатов. Вот. О, ядро Арканы! Прекрасно! У нас осталась только одна цель – Земля. Мне все интереснее и интереснее, что это за надоедливые детишки, которые постоянно мешают нашим планам. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Ганджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.